Бездушные машины из металла и гнилой плоти, изнуренные многовековой войной. Бесплодные космические скитальцы, они ищут свежую плоть, сеют смерть и пожинают ее плоды, разрушая все на своем пути. Теперь они прилетели к нам. Мы остановим их. Заминирован! Защитите его! Двигаюсь к месту дислокации. Найдите диск с данными и живо к передатчику! Штурмовой мостик готов! Пехота вперед! Берегись, открывай огонь! Бегом оттуда! Орбитальный удар! Огонь противника! Нужна помощь! Друга врач! Вижу мины! Вернись! Вас понял! Открываю огонь! Вражеская установка перехвата! Вражеская авиация! Нужно к нему прикрытие! Вас понял! Двигаюсь к цели! Всем привет, друзья! И сегодня мы играем в продолжение проекта «Шейн». Большое всем спасибо за поддержку стрима, если такое. И спасибо за лайк, за то, что понравилось, то, что я рассказал. Да, и мы сегодня продолжаем вторую кампанию по этой игре. И еще я хочу сказать, не гарантия, конечно, конечно, будет выиграть, если даже будет поражение, это просто прохождение как есть. Еще хочу сказать спасибо за подписку. У меня уже 500 подписчиков. Огромное тебе спасибо, бро. Бро, типа братан скрещенный. Или сестра. Значит, сестер. Просто на английском. Все равно огромное спасибо. Заходите удобно, приятного вам просмотра. И сегодня вечером будет собрание, так что я вас буду ждать. Тема заданий. Выполняя их, вы помогаете своей команде и получаете опыт. Индикатор на экране указывает местонахождение цели. О появлении новых возможностей сообщают подсказки, которые сопровождаются звуковыми сигналами. В меню настройки их можно отключить или приглушить. Привет. 30 секунд. Приветствую.
сценарии «Долина» земляне должны уничтожить загрязнитель, с помощью которого строги планируют отравить воду на окрестной территории. Индикатор на экране показывает местонахождение и тип текущей цели, а также количество достигнутых целей. Держись, я помогу! Мины противника! Вы должны воскресить своего союзника в указанной точке с помощью дефибриллятора. Если вас опередит другой врач, задание будет снято. Пехота противника! Под меня! Вы должны воскресить своего союзника в указанной точке с помощью дефибриллятора. Если вас опередит другой врач, задание будет снято.
Держись, я помогу! Спасибо. Пожалуйста. Сейчас замаскирован. МКП вышел из туннеля. Спасибо. Поздравляю с повышением, рядовой. Вы должны заминировать указанную территорию. Выберите мину и дважды нажмите кнопку. Мы отремонтировали МКП. МКП выведено из строя. Мы отремонтировали МКП. МКП выведено из строя. Отремонтируйте его. МКП отремонтировано. МКП выведено из строя. Отремонтируйте его. МКП выведен из строя. Отремонтируйте его.
арестован. Чья-то маскирован! Граната! Сейчас помогу! МКП выведен из строя! Строя! Отремонтируйте его! Найдите на своей территории подходящую площадку и нажмите кнопку стрельбы. С помощью дислокатора можно развернуть на поле боя различные установки. Чтобы перейти в режим развертывания, нажмите кнопку стрельбы. Вы должны развернуть установку огневой поддержки. Для продолжения выберите дислокатор. Дислокатора можно развернуть на поле боя различные установки. Чтобы перейти в режим развертывания, нажмите кнопку стрельбы. Найдите на своей территории подходящую площадку и нажмите кнопку стрельбы. Найдите на своей территории подходящую площадку и нажмите кнопку стрельбы.
выведен из строя. Держись, я помогу. Где его? Врач! Вы должны развернуть радар, обнаруживающий бойцов противника. Для продолжения выберите дислокатор. Отремонтировали МКБ. Мне нужно потерять. Держись, я помогу. Мы выпустили ракету. Индикатор на экране показывает местонахождение и тип текущей цели, а также количество достигнутых целей. Найдите на своей территории подходящую площадку и нажмите кнопку стрельбы. Защитный генератор. Найдите на своей территории подходящую площадку и нажмите кнопку стрельбы. Вы должны развернуть радар, обнаруживающий бойцов противника. Для продолжения выберите дислокатор. Если
минутная готовность. Сломать защитный генератор. Рядовой первого класса. Мне нужен врач! Сломать защитный генератор. Защитный генератор. Шевелись!
защитный генератор. Защитный генератор. Младший капрал. Держись, я помогу! Защитный генератор. 5, 4, 3, 2, 1. Сражение неизбежно. Что будем делать?
Ну вот, это первое поражение игры в этой первой кампании. Но это не страшно, переиграть, конечно, можно, но не буду. Я играю честно, как есть. У нас остается еще две кампании, так что всем спасибо. Увидимся. До свидания. I'm gonna go to the hospital.